Друзья, всем привет! Ненавижу гладить постельное белье, ну, наверное, многие тоже так же. Поэтому я вам сегодня покажу способ, который поможет очень быстро просто разгладить, чтобы не было вот таких вот складок. Все будет отлично. Но самое первое, наверное, условие, то, что нам говорил наш преподаватель, я вот запомнила на всю жизнь. После того, как вы постирали постельные комплекты, нужно тщательно его развесить. Я, конечно, здесь этого не сделала. И видите, такой вот плачевный результат. Но если тщательно все расправить на веревке, например, если вы сушите, то все будет отлично. Способ этот простой. Что нужно? Я беру 200 мл воды и понадобится свой любимый кондиционер для белья с приятным ароматом. Одну чайную ложку кондиционера добавляю воду, перемешиваю и бутылочку с распылителем. Не забудьте сразу подписаться на канал и нажать на колокольчик, чтобы быть всегда в курсе новых интересных видео. Вот вы можете видеть мятая простынь. И сейчас мы с вами будем пробовать это средство. И я вам покажу, что получится в конечном итоге. Друзья, теперь посмотрите на результат. Буквально несколько минут прошло, все разгладилось прямо буквально на глазах. И если посмотреть до этого, что было, вы сразу поймете разницу. Вот такой вот классный совет обязательно используйте. Возьмите себе на заметку, делитесь с друзьями. До следующей встречи. Всем пока-пока.